Это игрушка из новой линейки игрушек для собак Blasting. Сделана игрушка из термопластичной резины, которая не деформируется при использовании. Игрушка выполнена по принципу канатика с мячиками. На основании игрушки находятся два узла. Первый мячик сделан из термопластичной резины. Второй сделан в виде узла. Верхняя петля позволяет удобно держаться за нее во время игры с животным. Общее впечатление от игрушки заключается в том, что она достаточно прочная и интересная для животного.